поет, есть такое выражение. Да, душа поет. Есть выражение петь молитвы, псалмы петь. Угу. Псалмы поются. Ангелы поют. Ангелы поют на небесах. Это стихира пасхальная. И ангелы поют на небесах. Точно. Вот. Поэтому, то есть, конечно, песня и православие. Они не вступают в противоречие друг с другом. Они как бы продолжают друг друга, они перетекают, дополняют. Да, да, это как-то единое целое. А где песня, там и гармошечка наша русская, если изливать это все по-настоящему, по-нашенски. Да, да. Где гармошечка, там может быть и наигрыш, и веселый, и лирический, и попеть, поплясать, и частушки. То есть недаром действительно сколько творец и творчество. Конечно. Сколько это... в песнях прославляют Бога, в песнях прославляют Господа. А пока вот мы славим Бога, песня ли это, молитва ли это? Но когда мы прославляем Бога, мы умеем, мы делаем, каждый делает это так, как умеет. Это те таланты, которые Господь дает. И если мы этими талантами, которые дает нам Господь, продолжаем Господа прославлять, если мы его как бы множим, этот талант, да как, конечно, это угодно Богу. Конечно. Там очень много было монахов в свое время, очень много было подвижников, угодивших Богу. Своей молитвой. Монастырь Свято-Введенский, монастырь Курганской епархии, женский монастырь. Село Верхнее. Село Верхнее Теча. Да. И, конечно, когда мы приехали на разруху туда в 95-м году по благословению Священного Синода, патриарха нашего, и когда там стали восстанавливать монашескую жизнь для укрепления, по-видимому, Господь, потому что мы все настолько слабы, мы все немощны. И Господь нам чудеса, которые то, что мы видели там, и то, что Господь нам давал, не потому что мы хорошие, потому что мы недостойны, мы вошли в чужой труд. То, что было сделано чужими руками. Господь, мы орудие в руках Божьих. Господь нас привел, может быть, как самых грешных, чтобы мы на этом святом месте спаслись.
Mm-hmm. Вот. И поэтому мы ведем летопись, где мы описываем именно вот такие чудные события, которые были. Потому что, по-видимому, даже вот местные наши жители говорили, они ждали первые 2 года, когда мы уедем. Mm-hmm. Потому что там была разруха, и, ну, это, жить здесь... Они даже уверены были. Да, и вот когда прошло... Да, и когда прошло примерно 2 года, они стали к нам приходить. Говорят, ну вот, вроде... монастырь. Ну, Аллатушка, вот вы вели эту летопись, какими чудесами все-таки хочется поделиться? Какие ты скрываешь, а какие вот хочется поведать всему миру? Расскажите, пожалуйста. Знаете, когда мы эту летопись написали, мы давали сначала, там ее давали читать, а потом человек, который не очень подготовлен к этому... Вытягивали летопись из-под глазок, да? Ну да, да. И давали, и когда читали, а потом мы перестали ее вот всем давать. Нет, всем. Знаете почему? Потому что, ну, было какое-то, правда, смущение, потому что мы записывали туда именно то, что вот из ряда вон выходящее. Угу, угу. Не, ну, не повседневное, что ли. Ну, чудо. Ну, что такое? Чудо, чудо — это то, что мы не можем вместить, объяснить не можем, вместить в себя. Вот оно, чудо. Вот и это происходило, и мы записывали. И поэтому, когда читаешь, и подряд идут именно вот такие события, из ряда вон выходящие, то человек... Вот, какие-то записки сумасшедшего. Ну, потому что, ну... Ну, например. Все, ну, например, у нас храм, например, который Никольский храм, который был разрушен. Вернее, нет, храм не был разрушен, потому что он строился так, чтобы разрушить его. Ну, там не было ни купола, ни стекол. Ничего не было, да. Там дождь, снег. Первое чудо, конечно, произошло. Самое первое чудо. Удивительно, я до сих пор не могу без волнения вспоминать даже об этом, потому что, когда мы приехали первый раз в монастырь, нам сказали... Вот они, вы стоите. Даже вот, нет, даже вот нет, это... Настенька, еще до этого. Еще до этого. Мы уже приехали, это тут нет потом, фотографий. Да? Это мы приехали уже на поселение. Тем не менее, вот он храм, про который вы говорите, да. Никольский, да? Да, вот он разрушенный. Вот это, в таком состоянии. Вот в таком состоянии. Это главный вход, да? Да, это главный вход. Угу. И теперь крылечко у нас. И когда мы приехали с батюшкой нашим, ныне покойным, с Хиегуменом Серафимом, тогда он был иеромонах, который бывший гармонист, который не раз принимал участие в нашей телепередаче, был духовником Геннадия Дмитриевича Заволокина. И без него нам всем детям, его духовным чадам, очень тоскливо. Это, простите, что вас перебило. Так вот, когда вы приехали... И вот когда мы приехали первый раз, нам сказали, что есть такое местечко, Верхняя Теча, где был монастырь женский, исконно он там был. С 1742 года. И вот мы зашли в этот разрушенный храм. Он весь был открыт. И мы вошли, и там коровы, телята лежали. Они лежали, спали. Там вот их, наверное, ну, все открыто. Ну, коровы, телята. Там, наверное, их штук 6 было. Они спали. И мы вошли и запели «Царю Небесный». Когда мы запели «Царю Небесный», они все встали. И вот до сих пор, конечно, настолько для нас это было такое чудо, когда коровы встали, когда пели «Царю Небесный». Мы спели, они снова легли. Потом, когда этот храм, когда он был еще разрушенный, а там, когда обновились иконы, все иконы обновились, когда они выходили из стены, как проявляется фотография, когда некоторые иконы, когда снова, ну, ребята по незнанию зашли и снова там зарисовали, и когда они снова какие-то иконы ушли, когда это все было на глазах, и когда вот невозможно это, знаете, ну, нельзя так говорить, к чуду никогда нельзя привыкнуть, но Господь так обильно нам это все давал, опять-таки не для нас, а для всех это было. Я знаю, где-то далеко живет и любит первозданное и долгожданное, от глаз сокрыто глубоко и высоко, источник мира и тепла, восторга вечного мгновенье, как сновидение, как взмах неслышного крыла, любовь до тла, как жизнь открытое в окно, неповторимое забвение, как возвращение.
сиянием дня озарено. В сердцах оно источник мира и тепла, восторга вечного мгновения, как сновидение, как взмах неслышного крыла. После ночной службы выходили, и световые столбы были как монастырем. Это деревня, там никаких фонарей нет, там нет. И сейчас у нас пару фонарей поставили, а тогда-то не было ведь. Вот. И, а ну, вот недавний рассказ о том, как приехали паломники в монастырь, и из Никольского храма раздавалось пение. Да, а это не первый раз уже было. Это как, вы как это объясняете? Хотя все сестры в это время были, например, в трапезной. Совершенно точно в храме никого не могло быть. Да. А вот так же Господь опять... Дело в том, что храм, любой храм, когда освящается престол, этот храм уходит на небеса. И когда разрушают храмы, на земле остается то место, где был освященный престол. И ангел до второго пришествия там стоит незримо и молится, чтобы храм был восстановлен. А параллельно-то храм на небесах-то действует, и там идут службы. И там служат те священники, которые попали в Царство Небесное, и которые служили в этом монастыре. И насельницы монастыря, те монахини. Конечно. И вот поэтому Господь иногда дает услышать, вот увидеть тот мир. У нас это займет много времени. У нас это по вере тоже. Вот с каким настроением входишь в монастырь? Ну, видимо, мы знаем. Просто если с прищуром зайдешь, не услышишь, наверное, пение. А иногда Господь по милости своей вот и для неверующих открывает, для того, чтобы в вере укрепить. Вот ты с прищуром зашел, а Господь тебе вот так вот. Да, а вот на тебе, услышь такое. Да. Ведь мы не понимаем, мы не знаем, потому что там такая любовь, которую не охватить и не объяснить, и даже не пытаться, в какой момент Господь кому с какой меркой подойдет. И что ли. Вот, и поэтому очень много. И колокола слышали, и пение слышали не раз, и в окне видели сестер, которые смотрели в окошко, а потом понимали, что для того, чтобы изнутри кто-то смотрел в окошко, нужно стоять на воздухе, потому что окна очень высоко. Ой, у меня аж мурашки побежали. Так что Господь неизвестно, в какой момент. Да, когда даст о себе знать, когда постучится в сердце. А когда иной раз мы ждем, мы прям ждем каждую минуту чуда, вот Господь и не дает в этот момент, потому что не полезно. Потому что нам это тогда не полезно. Вот, а Господь знает, в какой момент нам. И обошли стороною некогда верные, что ж, разве замечено мною? Всяк человек, разве замечено мною? Всяк человек, ложь. Правда сия сдавила, словно венец тернов. Впрочем, и это было. Нет, этот мир, нет, этот мир. Впрочем, и это было. Нет, этот мир, не нов. И опускаю руки. Святее вам.
был бы Господь с тобою, все остальное, был бы Господь с тобою, все остальное ложь. Пора тебе уж пробудиться, о, бедная душа моя, должна ты снова возродиться. Конец приходит бытия, восстань, глас внутренний взывает, да пощадит тебя Христос, кто все собою наполняет и все за грешных перенес. Ты спишь, а враг твой бдит всечасно. Ты спишь, а бездна под тобой, и Божий гнев, как гром ужасный, гремит над грешной головой. Он скоро, скоро разразится, и сякнет благости струя, а дверь спасенья затворится. Проснись, проснись, душа моя. Как живы? Слава Богу. Не замерзаем, это главное. Наша задача тут выжить, просто и корни пустить. Ну, слава Богу. Матушка жива, здоровайся. Здоровайся. Матушка, ну-ки поздоровайся. Геннадий Дмитриевич, у меня с собой креста нет. Бог вас благословит, батюшка благословил. Как здоровье? Да слава Богу. Что-то худенькое совсем стало. А это я одетая просто. У меня часть лица закрыта. Ну вот к вам опять гостиную визу. Да слава Богу, мы очень рады. Очень рады, мы вас ждем. Все почему-то как-то боятся, как вы там покормите, нас столько много. Но мы всем говорим одно и то же, у Бога всего много. Господь все дает. Все дает, все есть, и больше накормит. Игорь Стрельников, батюшка Юстин, иеромонах Юстин, схи игумен Серафим. Вот его сейчас нет с нами, трудно передать все словами, как мы осиротели, при том, что он писал песни, играл на гуслях, в свое время на гармошке, писал замечательные стихи. Это все нам осталось в наследии, такое творческое, духовное наследие. Но вы, матушка, были ему самый близкий человек. Последние сколько лет вы были с ним вместе? Ну, с 94-го года батюшка стал моим духовным отцом. А, вот как? Он постригал меня в монашество, он постригал меня в схиму. Это человек самый важный на земле для меня. Да, духовно самый дорогой человек. Трудно про него говорить. Трудно мне говорить. Это человек, который так много сделал на пользу моей души, в ущерб, может быть, себе. Он так скрупулезно, он за руку вел меня, вот просто за руку меня вел, тянул, вилами в Царство Небесное заталкивал. Вот, что называется... Я не всегда это понимала. Сейчас я в полной мере это понимаю. Вот были первые дни, даже полгода, может быть, когда, казалось, почва ушла из-под ног. Особенно тяжело было мне, конечно. А потом пришел момент, знаете, когда молилась, а что делать? Приду на могилочку, да молюсь, да прошу батюшку. Вот, и стала приходить помощь. И стало легко.
И мы с сестрами, вдруг пришел момент, когда мы это поняли, когда мы служили панихидочке, вдруг не стало, не было слез. У нас радость была. Мы приходили на могилочку к кресту, на котором написано «Христос воскресе». Как на встречу, да, с батюшкой? Да, и мы приходим к нему, к живому. И мы поем литию, а мы поем, как вот радость у нас. Потому что мы общаемся с батюшкой вот теперь так, духовно. Мы его не видим, а мы знаем, что батюшка с нами, и он не оставляет наш монастырь. Он ушел на 42-м году жизни. Он был очень мудрым. Угу. Да, он писал духовные стихи, он играл на гуслях, а я такая вся из себя монахиня никудышная. Вот. И я, значит, батюшка пыталась, батюшка, что батюшка, надо же, что ж стихи, надо вот молиться. Вот. И только потом я поняла, батюшка молился очень много, особенно в своих духовных чадах. А стихи, это была его проповедь. Это была его душа в стихах. Как при зорькой до светла с неба дом свой посетить, Богородица сошла, святу Русь благословить. Богородица сошла, святу Русь благословить. Постояла в стороне, тихо за околице. Может, кто-то в тишине ночью Богу молится. Может, кто-то в тишине ночью Богу молится. Но напрасно прождала вздохов, стонов из груди, и печально я пошла. Снег холодный впереди, видит в ополе сидит русский богатырь Иван. Обмороженный молчит, сам не свой, мертвецкий пьян. Обмороженный молчит, сам не свой, мертвецкий пьян. Матерь Божья говорит: Ваня, встань, скорее очнись. Знаю, что душа скорбит, слезно Богу помолись. Но не молится Иван, шевелится, ох, как лень, и сидит, как истукан, на морозе посидит. И сидит, как истукан, может, свой последний день. Не надо, это неправильно, когда ищут чудо, ждут чудо. Угу, угу. Это неправильно. Чудо уже то, что мы живем на земле, что мы родились, что Господь нас так долго прощает. Да уж. Это такое чудо. Да все, что нас окружает, посмотрите на любое, вот дети маленькие, угу. Не чудо ли? Чудо. Угу. Зачем нам просить, Господи, покажи нам ангелов? Во-первых, мы недостойны. Так посмотрите на маленьких детей. Вот они, ангелы, которые нас окружают. Вот, и душа, она, конечно, мы сами виноваты. Мы виноваты, потому что Господь каждую душу хочет спасти, и каждая душа вписана в книгу жизни. Мы сами себя вычеркиваем. Mm-hmm. Вычеркиваем своими поступками, грехами и своим упорством в грехах. Вот что самое главное. Потому что мы все грешны, и Господь и пришел спасти грешников-то, и распялся за нас, за грешных. Но когда мы понимаем, когда мы каемся, когда мы пытаемся исправиться, вот то, что те процессы, которые в душе происходят, вот, а вот когда мы упорствуем, тогда, конечно,
Тогда мы и чуда-то не видим. Точно. Стучит каждому в сердце и каждую душу пытается разбудить. Угу. Вот. Но только каждая душа в разное время просыпается. Да. Все одновременно. Да, точно. Вот. Машка, традиционный вопрос. Ваше пожелание всем людям в России? Царство небесного. Спастись. Всем спастись. Всем спастись и достигнуть Царства небесного. То, ради чего мы живем. А чего мы живем? А что я могу еще пожелать? Кончается, кончается, кончается. Нас обидели, обидели, обидели. И душа моя качается и кается, хочет Господу в обители, в обители. Где года, когда мечтается, мечтается, счастье к молодости ластится и ластится. И душа расходится, расходится, расходится. Солнце людям вроде улыбается. Дети рядышком находятся, находятся. А потом уходят, маются и маются. Сердце сильное торопится, торопится. Колобком спешит и катится, и катится. А потом плачет.
огорчается, печалится. Много-много ты своей вины увидела. Правда с мужью никогда не повенчается. Что ж, душа, ведь ты сама себя.